Всем привет, с вами Ночь 94 и Бен Грув, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil 5. И мы нашли прикол, ну, как бы вы видите лужу, но отражения нашего в ней нет, только тени. Эй, мы узнали, что мы вампиры. Да, Крис и Шева вампиры, бойтесь их. Ладно, побежали. Так, а это отряд ТРТ, встречайся. Не бей с ей. Что? Ну я же тебе говорю, не бей с ей. Чё, вообще хреново? Ну ты пропадаешь. Лагаю, да? Да. Сильно. Да. Давай, посмотри, посмотри, как ты любишь. Чё, вообще сильно лагаю? Давайте возьмем немного золота. Сейчас какой-нибудь крыса приостановится. На, сука. Давай золото. Понятно. Эта крыса мне не даст золота. Но я больше не буду испытывать свою удачу и просто пойду наверх. Так. Нефть, осмотреть. Нефть. Что-то сочится с потолка, это не грязь. Да, это нефть, Крис. Давай, забирай ее и поехали. Куда-нибудь станешь нефтяным магнатом. О, господи. Вы видели этот прикол? Он только что шел, он нормально шел. Вот тут я видел, как он нормально шел, и он упал. Да, он сидит нормально, падает. Так, а это есть? Это у нас секрет снова есть. Я снова смогу ее стрелять. А я вам покажу. Подожди, у ворона должны быть деньги. Смотрите, этот... О, тут должны быть патроны. Отлично. Отлично. Так. Физический труп. Смотрите. Отлично. Физика, класс. Блин, мы пропустили что-то. Там патроны. Сейчас я приду. А, вот здесь тоже вот физика валяется. Который я только что подоптался. Ой. Слушай, мы не заметили, где ящик стоял. Опа. Чё здесь? Здесь до хрена золота. Отлично. Воба. И увидишь Ленина. Что же здесь произошло? Ну нет, надо как бы следить за сюжетом. Да. Кто ты такой? Эй, кто это сделал? Гоша Куценко. Нас напали. Ирвин. Он сбежал. А Гоша Куценко взорвал. Подстава? Подстава? Какая еще подстава? Что это? Что это? Это какой-то диск с порнушкой. Так, ладно. Тут, короче... Какой Ирвин? Это зомби побежал. А, да, это Ирвин. Это по натуре Ирвин, слушай. Передайте их штаб. А вот сейчас будет зомби. Сейчас Шева должна будет заметить зомби. А, не, она заметила Ирвина. Что-то я путаю. Ну, зомби будут, да? Насколько я помню, да, будут. Сейчас Босяра будет. Босяра будет немного позже. Кирк, ты слышишь? Я же забыл. Данные у нас. Но Альфа погиб. Да, группа Альфа, точно. Передайте данные с машины на складе. Ясно. Яснее некуда. Окей. Так, по-моему, зомбов не будет. Вот смотри, здесь патроны лежат. Тут ящики для дробаша. А, уже не для дробаша, это же попло. Раньше здесь это... Для дробаша валялись патроны. А чё, помнишь даже? А, вот для дробаша. Всё, вроде бы. Пошли. Да. А обязательно два раза на F жать? Ну я все так открываю. Ну я тоже так умею. Да. Чё?
Мешок. Да показал, что на нем лежит мамин. Давай. Подожди, стой, не съезжай. А, не, ладно, насрать. Поехали. Давай. Давай. Стоит в лифте. Давай. Ну, я же тебе давай. Ну, надеюсь, мы в этой главе убьем нашего боссика. Он легче пареной репы, и все. И закончим. Стой, дай я открою. Уйди. Ну, ты плохой. Поздно. Ай. Возьми патроны. Да, спасибо. Так, надо сначала, наверное... Так, все, он сказал, что нужен ключ, и побежали бить босса. Он очень легкий, но если только партнер сейчас работает хорошо, в моем случае партнер. Эти пик... Да. Перезаряжу пистолет. Так. Да, все, подожди. Да, чтобы нам, как бы, сделать так, чтобы этот... Как же называется? Прикинь, я забыл. Скрипт заработал. Скрипт заработал, надо выйти сюда, и они только увидят босса тут. Вот всё. Они могли дверь сразу открыть и убежать, быстро смотреть или вот там. На их не съел, что он убежал. Это ещё что? Это кусок говна! Стоят, смотрят, бежали бы, пока он трансформируется, я не знаю. Да, Крис, ты красавчик, конечно. Кстати, у Криса все происходит с помощью пистолета. Он во всех видеороликах всегда решающий выстрел делает пистолетом. Вот вы увидите, когда будем драться с летающей хернёй. Ладно. Давай за пульт. Иди за пульт. Так. Come on, baby. Ты где? Давай. Ага, вон он идет. Он тащится. Давай. Так. Так, давай, детка, давай. Понравилось? Давай. Иди ко мне, иди к папочке. Давай. Ага, давай. Нападай. Ну что ты стоишь? Ага, все, побежал. Закрывай. Смотрим, как горит эта тварь. Гори в аду, мразь. Да, это... Мы с ним не последний раз встречаемся, это очень жаль. Потому что в следующий раз он будет просто сильнее, чем барракуда, я не знаю. Намного сложнее. Да. Ладно, побежали, откроем тапочную и на этом... И на этом закончим. Давай. Так. Сейчас сохранит нас и закончим, да. Физически. Нифига. Так. Ох, ё-моё. Мы живём. Все, всем спасибо за просмотр. Джеймс Маркус, я думаю, поделяет устойчиво. Ну вот, как бы в зарусках у нас подается еще немного сюжета. Так, в следующей части будет моя самая нелюбимая миссия. Очень нелюбимая. А, нет, не в следующей. Кто за нами наблюдает? Поехали. Ирвин.
Ирвин за нами наблюдает. Не будем спойлерить и не скажем, кто под маской вороны. Да, да. Нашел. Я уверен, что многие, кто прошел игру, знают это. Но кто не проходил, тот не знает. Биооружие, которое оставил этот гад Ирвин, чтобы заманить нас. Учитывая, во что оно превратило Альфу. Нам повезло, что мы еще дышим. Жаль, что мы не успели раньше. И если бы успели, нас бы уже в живых не было. Рейс вызывает штаб. Прием. Штаб на связи. Отличная работа. Мы сейчас же займемся Ганнами. В городе творится черт знает что. Жители ведут себя как те Ганнады из-за отчета Кеннеди. И кроме того, появилось нечто новое, с чем мы прежде не сталкивались. Он говорит про эту кучу говна. Прошу уточнить задание. Он сказал, из-за отчета Кеннеди, то есть это, Леон. Главная часть. Что? Нас осталось всего двое. Вы отправите нас одних? Нам уже направлена группа Дельта. Они помогут вам найти и арестовать Ирвина. Но мы же не можем. Повторяю, задание не меняется. Мы не можем его упустить. Отправляйтесь в шахты с вокзалом. На первый раз может показаться, что группа Дельта не придет, и они нас обманули, но они нам очень сильно помогут. Очень сильно. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел, и всем пока. Окей, у всех. Ага, у меня С, я плохо играл. А слушай, ты видел, на меня видно 1000 очков, а у тебя 900. Вообще странные, очень тут странные ранги. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.